Добрый день. Отличный денек, чтобы рассказать вам о замечательной модели электронной сигареты под названием Ego Twist 3. Итак, откроем, посмотрим, что же там внутри. В упаковке мы найдем короткий специальный кабель для зарядки. Очень удобная штука, кстати, и для зарядки мобильных телефонов, если вы пользуетесь пауэрбэнком. Непосредственно батарейка Ego Twist 3 и клеромазер. Присмотримся к батарейке. Внизу батареи находится регулятор вольтажа, на котором можно парить так называемый вариват. Очень удобная штука, позволяет добиться насыщенности пара такого, как вам максимально подходит для парения. Кнопка непосредственно активации парения с функцией блокировки при пятикратном нажатии. Далее на эту батарею мы накручиваем клеромазер. Получается замечательный дизайн. На клеромазере подробнее мы можем увидеть, что есть кольцо регулировки обдува. Что это дает? Кто-то любит тугую тягу, кто-то любит, чтобы тяга была свободная, как через кальян. Таким образом, вы настраиваете ее также под себя. Внутри клеромазера сменный картридж, который можно приобрести в разных сопротивлениях, также в нашем интернет-магазине. И все, что вам необходимо, всего лишь приобрести одну из наших фирменных жидкостей, заправить, зарядить батарейку, и она готова к парению. От себя хочу добавить, что эта модель дает невероятно вкусный, насыщенный и густой пар, хоть она и относится к разряду начальных, но уже эту модель не стыдно и подарить, и купить, собственно, чтобы начать знакомство с электронной сигаретой. Подробное описание внизу этого видео. Пожалуйста, ставьте лайки и напишите нам, что вы думаете об этой модели, если у вас уже был опыт ее использования. Спасибо, пока!